СОРК, это Центр организации работы услуг природоохранного назначения. Можно было не извиняться, в принципе, ничего некультурного в этом выражении нету. Значит, меня зовут Витальев Игорь Александрович, я директор этой организации. Я занимаюсь охраной природной среды уже, наверное, с 97 года, после того, как поступил на первый курс университета. За это время много было сделано в области общественного политического контроля, изъято тысячи самоволов, сетей и прочее. В настоящий момент мы занимаемся этой же деятельностью вот в этой организации.